Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ваші родичі, найближчі люди, які можуть вас зрозуміти, підтримати і допоможуть у будь-якій ситуації. А що, як навпаки? І ви вже не можете терпіти тих людей, які поблизу 24/7. І розібратися у цій ситуації, зрозуміти, хто ж біля вас, ми попросили Оксану Соломатіну. Оксана – досвідчена психологиня, психотерапевтка, сімейна психотерапевтка. І я так думаю, що ми сьогодні зможемо розібратися у цій ситуації. Доброго дня, Оксано. Доброго. І чи справді ті близькі люди, які поблизу, які поруч, які можуть і повинні допомагати в будь-якій ситуації, от зараз на карантині виявляються зовсім іншими людьми, і подеколи в деяких родинах постає питання, а чи справді це та людина, яка мені потрібна завжди? Чи правильний я зробив чи зробила вибір? Ну да, в последнее время часто обращаются с такими запросами, да, с кем я живу, кто этот человек. Мы все подвержены такой панике небольшой, давлению. Мы в таких ситуациях никогда еще не были. И так же, как не были мы, так же и не были наши родственники, с которыми мы живем. И это такая проверка на прочность и такое увеличительное стекло. Карантин – это увеличительное стекло отношений и вообще к тому, как мы приспосабливаемся к жизни. И вы в своем вопросе интересно задали, могут, да, или там должны помогать. Но самый главный вопрос, который мы задаем на карантине, и желательно задавать, а хотим ли мы этого? Да, то есть насколько у нас остался интерес друг к другу, в семье, у супругов друг к другу, у родителей к детям, у детей к родителям. То есть насколько еще есть желание, интерес понимать, как я могу тебе помочь, чем я могу помочь и почему ситуация меняется и меняются наши отношения. Ведь мы как бы не договаривались, что как-то будем не так, да? Знаете, как в ЗАГСе, и быть и в горе, и в радости. Но в радости люди больше умеют, а в горе это такое испытание. Ну, насправді, можуть взагалі зараз відповісти люди, що я нікому нічого не обіцяв і не винен. Да. Дуже зараз популярна така фраза – не винен, прощаю, так? Якщо винен, прощаю. Ну, тобто, насправді, вважається, що ніхто нікому нічого не завинив у цьому житті. А кожен повинен робити те, що він вважає за потрібним. І, насправді, те, що от склалося у вас, між вами, між вашими стосунками, то тут треба розбиратися сам. Самого початку. І, можливо, обидвоє винні у тому, що погіршилися стосунки. Бо насправді ніхто не розбирається. А якщо вже конфлікт винен, то одразу постає питання. Або вирішуємо, або залишаємось жити. Так? Ну, насправді, дуже багато зараз ситуацій, які загострилися між людьми. Чому це так стається? Невже цей карантин вплинув так на нас и совсем все изменил? Конечно, да. Это всегда ситуация, к которой мы не были готовы. И тоже вы говорите, или да, или нет. То есть я себе придумал, у меня должна быть такая семья, я строю отношения именно так. И с чего это ты поступаешь не так, как я ожидала от тебя, да? То есть сталкиваются такие конфликты. Если раньше, когда кто-то убегал на работу, и мы научались с этим жить, а переждем, а там, ну, пройдет как-то помиримся, да, вечере уже совсем иная картина. То сейчас такая ситуация, что либо ты сдерживаешь, 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 и это идет в психосоматику, либо начинаются такие конфликты. И карантин – это как раз время, когда люди могут научиться решать конфликты. И вопрос в том, хотят ли они их решать, или такого желания нет, потому что отношения – это всегда труд. То есть влюбленность вот до 3 лет, когда люди живут, классно, эйфория, гормоны, мы все время познаем новое. После 3 лет это уже как любовь, это уже труд над отношениями, и здесь вопрос ответственности двух сторон. И вы правильно говорите, что хорошо, когда и один, и второй участвует. То есть в отношениях всегда и виноваты двое, и создают эти отношения всегда двое. Это всегда 50 на 50. А то очень хорошо, когда муж говорит, так, я все зарабатываю деньги, а ты все остальное, да? И когда он сейчас не зарабатывает, то он тогда вообще зачем нужен?
І починаються от такі інтересні питання. Може, це не деякий час, і жінки можуть звикнути хоча б до тієї ситуації, потерпіти трошки, щоб потім налагодити. Так? Але насправді чоловік ж теж повинен інакше поставитись до питання. Конечно. Якщо вони вдвох зараз опинилися вдома, так, поблизу, поруч, то можна і розділити, мабуть, роботу. Можна. Так? Не всі на це готові. Да? Тобто там, я зарабатываю, у мене є тільки одна обов'язаність. А тут потрібно как-то иначе. Ведь никто не учитывает то, что на женщин, которые, к примеру, раньше выполняли домашнюю работу, да, а сейчас ее стало намного больше, потому что больше членов семьи дома, больше кушать, готовить, больше посуды мыть, то есть больше обязанностей. А все как не помогали раньше, да, так и сейчас не помогают. И как раз очень классный момент, когда можно пересмотреть обязательства семьи. Потому что хорошо функционирующая семья, такая здоровая семья, есть в психотерапии такое понятие «здоровая семья», это та семья, которая может пересматривать правила в зависимости от того, меняется ситуация или нет. И вот та семья, которая готова пересмотреть правила, вот та семья и выживет. Угу. Ну так, насправді так воно повинно і бути, і так, мабуть, і є, бо, кажуть, от жінка, чомусь на неї покладають обов'язки готування їжі, прибирання, так, ну, миття посуду і все решта, тобто вона як повинна нібито все це робити. Насправді ніхто ж не сказав і не розписав, хто що повинен робити. І чому жінка саме повинна була це зробити? Може, чоловік, а може, взагалі, не знаю, там хтось інший, а може, взагалі розділити це навпіл? Ви знаєте, в кожній сім'ї дуже добре, коли є навик говорити об отношениях и говорить об обязательствах. Это может быть как на стадии формирования семьи, так и на каких-то других стадиях. Да? То есть прошло, что-то меня здесь не устраивает. Давай поговорим об этом. Я бы хотела так. Что ты можешь мне предложить? Как ты можешь мне помочь? Это про здоровые отношения, в которых есть возможность перераспределять обязательства. И вообще, знаете, есть такая фраза, что хорошо для двоих, то для них и норма. Вот нет такого, это мужские обязательства, это женские обязательства. Вот как двое договорились, так и хорошо. И здесь очень важно, чтобы все время проверять, а мне с этим хорошо? Мне это правда, ну, нормально отзывается? Или я это делаю, потому что так делала моя бабушка, так делала моя мама, и я так уже 10 лет в браке делаю? Да, то есть здесь важна чувствительность к своим потребностям. Угу. Ну, знаєте, мабуть, краще було б і жінці, і чоловікові, якби, можливо, не робити те, що потрібно, а те, що хочеться. Але ж є та робота, ті справи, які необхідно зробити, навіть незважаючи на те, чи є в тебе зараз бажання. Угу. І що тоді? Як тоді ще потрібно, і що хочеться? Це з якоюсь рекламою, да? Ну, можливо, так. Звісно, що це ми зараз про родину. Це дуже хороша така фраза, тому що зараз я смотрю, от багато тренінгів, або там статей, «Делай то, що ти хочеш, тільки то, що ти хочеш». Знаєте, якийсь перекос. Тобто, коли нас воспитували, у нас дуже було багато рамок, ти должен, ти обязан, ти должна. А зараз все, делай, що хочеш. А, звісно ж, класно, коли є совмісність. Когда я и понимаю, что мне этого хочется, я это могу, и есть, конечно же, обязательства, которые я должен. И даже к детям, да, тоже такой перекос. Детям все дозволено. Сейчас очень многие мамы, так и папы, ну, пришли к тому, что все разрешают. В итоге потом, когда нет границ у ребенка, тяжело вот в таких как раз критических ситуациях, очень тяжело тогда ребенку адаптироваться. Потому что когда есть такая устойчивость и понимание к тому, что да, есть работа, которая мне не очень нравится, но в нашей семье есть такие обязательства, у папы там зарабатывать, у мамы, ну, к примеру, я говорю, там убирать, да, у меня есть обязательства учиться или помогать какой-то по дому. И вот когда есть какие-то обязательства, тогда это как столбы, на которые семья может немножко больше опираться.
Ну, насправді діти і дійсно зараз не знають, як же вийти з будь-якої ситуації, особливо зараз, коли вони увесь час сидять, і так вони сиділи в телефонах і в гаджетах, так, а зараз ще у них додаткові з'явились там уроки, заняття, їм потрібно все це здавати, і немає тієї розрядки, коли дитина могла би там вийти побігати на вулиці, наприклад, так, ну, вільно, я маю на увазі, що насправді дитячі майданчики зараз закриті, зачинено все, так, парки, зони відпочинку теж. Тобто діти насправді можуть десь погуляти, але окремо якось, так, аби не наражатись на небезпеку. Угу. І такої волі немає, як, можливо, колись була, ще трошки раніше, так, місяць-півтора ще вони могли це зробити. Угу. То зараз вони роблять все те, що хотіли би вдома. Біля мами, біля тата, так, і спробуй їх потім довести вже до того стану, коли їм треба робити те, що їм не хочеться. Так? Складати іспити, можливо, от зараз треба це все робити, поэтому десь прибирати. Да, і сказала в предыдущем вопросе о том, что есть какие-то правила, да, которые все равно, несмотря ни на что, мы выполняем. Очень хорошо, знаете, вот структура – это спасение в хаосе. То есть хотя бы какие-то опоры, хотя бы какие-то обязательства, они, правда, являются такими важными элементами, которые не позволят волне смыть вот эту семью с вот этого хлипкого берега. Да? А как же их заставить? Если, например, там 10 років дитина робила, що хотіла, а тепер їй от постав такі рамки, вона ж не зможе вже зробити те, що їй треба. Это все зависит от желания и интереса родителей эти рамки установить. Пані Оксано, ну розкажіть тоді, як це краще зробити? Скажу. Чи є, можливо, якісь рекомендації? От яким чином когось може попросити, чи заставити, чи може якісь такі серйозні, суворі методи? Знаєте, в першу чергу, це має бути рішення батьків. Якщо ми говоримо про впливі на поведення дитини, да, це завжди договоренність батьків. І їх приверженість цієї договоренності. Тобто, якщо ми сьогодні договорилися, що з 11 до 12 дитина вчить уроки, то завтра ми не підемо в це час, давай прогуляємося в магазин. Та ладно, переділиш. Да? Тобто, іноді сами родители нарушают эти правила. И они могут друг другу помогать в этом. То есть, слушай, если я вдруг забуду, ты мне напомни, да, там говорит жена к мужу, и муж также. То есть какие-то правила, да, они выполняют. И, конечно же, это разговор с ребенком. Если ребенок все время в телефоне или он все время играет только, то, ну, почему так? Почему ему не интересно выполнять уроки? Ведь у него есть какие-то обязательства. Значит, ранее не были сформированы какие-то понимания того, что учеба – это обязанность и ответственность ребенка. Потому что очень часто мамы, я иногда смотрю родительский чат, и я удивляюсь, насколько мамы знают, что учат дети, когда учат. У меня ребенок в 4 классе, ну, она учит уроки самостоятельно. Я смотрю номинально, окей, там оценки хорошие, хорошо. Что интересного было? Вот такой разговор, больше про ее интересы, что угу. получается, что нет, и в чем я могу помочь. Но ответственность я давно уже отдала ребенку. То есть с какого веку треба перекласти? На дитину відповідальність? За учебу? Так. Все это постепенно. Вообще вот пропорция. Чем меньше ребенок, тем больше родители ему внимание уделяют. Да? Чем ребенок становится старше, тем меньше. Уроки делать с ребенком до окончания младшей школы. С 5 класса вообще ни в коем случае. Да? То есть и с 1 по 4 все меньше, меньше, меньше. И если ребенок не может что-то делать, то я и говорю, например, я говорю личный опыт, принеси черновик, покажи, как у тебя не получилось, и мы с тобой попробуем найти там ошибку. Так, ну це ж мама повинна все одно пройти сама цей матеріал, чи тату, наприклад, щоб знати, як дитині допомогти. А якщо вона буде старшою, то там складніші завдання, і треба вже більше розбиратися в тому чи іншому завданні, предметі, там, чому-небудь, і ще. К учителю. Угу. У каждой школе, в каждой школе, даже самой простой, всегда есть дополнительные уроки. Если у родителей нет возможности самим помочь детям, ну, не понимают, да, бывает так, там, сами плохо учились, и нет возможности к репетиторам обратиться, в любой школе всегда есть факультативы. И каждый учитель, у меня много клиентов-учителей, которые всегда очень счастливы, когда дети к ним обращаются. А вот убрать страх
обратиться ребенка к учителю за помощью, вот это очень важный момент. Потому что обычно, когда ребенок плохо учится или недопонимает и боится спрашивать у учителя совет, это вообще может быть о боязни авторитетного лица. То есть тогда, когда и у родителя трудно попросить помощи. И тогда здесь вопрос не в том, что он там не успевает или плохо разбирается, а почему он боится обратиться за помощью. А, до речі, чому може він боятись? Ну, потому что, знаете, когда родители сами боятся, они начинают стыдить ребенка. Вот такая парадоксальная ситуация. Говорят, ты что, сам не понимаешь? Да как ты мог? Да как ты смел? Что люди скажут? Самому стыдно? А на ребенка как бы сливает. И у ребенка формируется, что не знать – это ужасно. Откуда вот эти там комплексы отличницы, да, или еще это очень распространено. Потому что родители не допускали того, что ребенок может быть не идеальным. И сами родители строят из себя, что у меня все получалось, я золотую медаль получила, я была спортсменкой, комсомолкой, а ты куда, да? То есть вот этот образ идеального родителя вызывает у ребенка страх, что я не такой, и я не посмею даже обратиться, и от этого как бы... Так, ну а що робити з цим? Ну добре, ми, наприклад, знаємо, що дитині важко звернутися до вчителя спитати навіть, і до батьків не піде. Тому що як признатись мамі чи татові, що ти щось не розумієш або чогось там не знаєш, чи забув, так? І що тоді робити? Ну, знаете, когда уже родители приходят с этим вопросом, я уже очень радуюсь, потому что они наконец-то обратили внимание на потребность ребенка. Потому что в основном все говорят, дайте волшебную таблетку, что ему сказать, чтобы он сделал то-то-то-то-то. И наша задача вообще обратить внимание на потребность ребенка, которая стоит за тем, почему он этого не делает, почему он не учится, почему он балуется. То есть интерес к потребности ребенка, к причине, по которой он так поступает, это уже проявление любви. Это уже о том, что родители пробуют выстраивать отношения. Потому что очень часто вот советы, они подходят для механизмов, да, для, как инструкция. Но к детям во взаимоотношениях с семьей так не работает. Ну, поэтому, а, наприклад, главное, якщо вже, це інтерес. Ну, якщо дитина не хоче вже, вона вже боїться, вона розуміє, що колись спробувала спитати, батьки сказали, ти щось не розумієш, як ти взагалі посмів спитати, підійти до мене, так? Що тупо, взагалі таке, родители, що тупой, зовсім не розумієш. Ще гірше може і так бути, так. І дитина вже тоді, ну, ніяк, навіть якщо вже батьки підійдуть і захочуть налагодити стосунки, вона вже буде просто... відходити. К сожалению, это так. И, ну, знаете, дети, они на самом деле очень быстро не сдаются. То есть они будут, им настолько нужны родители, они все равно еще будут пробовать получить любовь от них и внимание. И уже когда совсем отбило, то есть если вы один раз так скажете, не надо впадать там в трагедию, все. Если это, конечно, на регулярной основе, тогда это может привести к такой к закрытости ребенку. И многие родители осознают то, как они поступали с ребенком, когда появляется второй, к примеру, ребенок. И тогда, ну что мы можем сделать? Мы все назад, конечно, не вернем. Но посочувствовать ребенку, что у него была такая глупая мама, признать то, что я была не идеальна, попросить прощения, проявить интерес к тому, чем занимается сейчас. То есть не замалчивать, признаться и там плакать, но создавать образ, что все равно я все делала правильно, знаете, я делала все, что могла. А вот даже одна фраза, слушай, прости, я правда вот ну, не знала как. Я, ну, тогда поступала, как знала. Ведь правда, у нас нет же инструкции, как детей воспитывать, как отношения строить. Тем более, все такие разные, да, и дети, и батьки. Да, да. И вот признание своих чувств, вот посочувствовать как человеку, не как к ребенку, который что-то должен. Да, а как к человеку. Потому что бывает, что мы подруги или знакомые сочувствуем очень, а своему ребенку не очень, потому что он должен. Ребенок – это вообще такое интересное существо, которое всем должен, но ничего, ни на что не имеет права. Ну, знаете, уже правда, пані Оксана, от справді, хочется зараз пошкодувати. Якщо навіть не склалося, то ми всі розуміємо, що або батьки, або діти, або всі разом. Всі разом потрапили в ту ситуацію, з якої треба знайти вихід, і вихід знайти якомога швидше. Добре, що зараз є цей карантин, коли ми зможемо все ж розібратися, подивитись один одному в очі, так? І, можливо, признатися в тому, в чому раніше не могли.
І така ситуація, вона нам допоможе. Вона допоможе з'ясувати, насправді, що це наша улюблена дитина, що це батьки, з якими ми все життя будемо жити і будемо їх любити. Звичайно, будемо дуже сильно любити. І треба розуміти це все і налагоджувати всі стосунки, щоб все було добре. Я бы хотела сказать о том, что вот я говорю о том, что проявлять интерес, да, но иногда у мам вот нет этого навыка. Ну, то есть у нее был какой-то структурированный день. И сейчас что значит уделять интерес? Что мало того, что я там в садик или в школу плачу, или за курсы, да. И здесь тогда еще вопрос такой интересный, как у этой мамы отношения со своей мамой, да. Это очень тоже важный вопрос. И на это тоже стоит сейчас обратить внимание. Вы правы, да, что есть несколько поколений сейчас связаны. И как вспомнить себя в возрасте своего ребенка. Это очень важно. Вспомнить, какие у вас были интересы. Говорите ребенку о том, какие у вас были интересы. То есть, когда вы были в этом возрасте, чем вы любили заниматься, какие у вас были отношения со сверстниками, да, с мальчиками, с девочками. Для детей это очень важно, как такой базовый материал, как вы как человек становитесь для него. Не родитель, да, а человеком. Обыкновенные. И поэтому подумайте, что классного, какие классные качества есть у вашего ребенка. Ну, не может быть он, ну, негодяй, глупец и там звичайно, бездельник. Что не, да. Звичайно. И все це є. Да. Я так думаю, що ми всі будемо щирими. І в першу чергу перед собою. Будемо правду говорити собі, і тоді тільки налагодяться у нас стосунки. І з дітьми, і з батьками. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Пані Оксана, справді, дуже важлива інформація сьогодні прозвучала. І я так сподіваюся, що все з нами буде добре. Так? Налагодяться всі стосунки. Якщо справді, якщо там є проблеми, то інший рівень вони вийдемо. Вийдуть на інший, так, якісніший рівень. Так. І ще не треба боятися звертатися до спеціалістів, тобто психолог, да, це не та людина, яка скаже, що ти не правий, все. Навпаки, це та людина, яка може тобі поспівчувати, підказати, куди треба подивитися і допомогти. До речі, зараз дуже багато безкоштовних тренінгів. Онлайн-курси є. Користуйтеся, так, можливості є, користуйтеся. Так, ну що ж, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.